Сегодня у нас грунтовых дорог больше 700 в городе. И, конечно, это дорогостоящее мероприятие. Но реализация национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» уже начиная с прошлого года нам дает возможность ежегодно на 550 миллионов рублей реализовывать ремонт действующих автомобильных дорог. В прошлом году было отремонтировано 26 автомобильных дорог, в этом году мы ремонтируем 25. Высвободившиеся денежные средства мы имеем сегодня возможность направлять на реализацию по переводу грунтовых дорог в асфальт. Наша стратегическая задача в ближайшие 5 лет 75% грунтовых дорог перевести в асфальтные дороги. Предлагаю послушать еще один видео-вопрос. Здравствуйте. В прошлом году привели в порядок самую убогую улицу Ростова, улицу Алагирскую. У нас сотни дорог с грунтовым покрытием, например, здесь, где я стою, улица Маршальская. Скажите, пожалуйста, какие планы у города и правда ли, что мы избавимся от всех грунтовых дорог? Что можете сказать? Я могу сказать, что, конечно, наша задача избавиться от грунтовых дорог. Но сказать, что мы вот прям в ближайшее время избавимся от грунтовых дорог, это, конечно, так и сказать не могу. Мы должны понимать, что мы ведем работу сегодня в городе комплексно. Это мы сегодня понимаем как текущий ремонт, это когда мы латаем ямы. Это мы понимаем как капитальный ремонт, когда мы дороги ремонтируем. И мы сегодня ремонтируем в городе 19 дорог. Это почти 25 километров, стоимость 548 миллионов. Это национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги». И, конечно, вы знаете, что еще в 2019 году, когда я защищал программу по выборам сити-менеджера города Содану, перевод грунтовых дорог в асфальт, это было одно из их направлений. Я могу сказать, что сегодня мы должны перевести 13 грунтовых дорог в асфальт. Вот когда прозвучала улица Маршальская, мы ее перейдем в этом году, мы для этого уже подготовили все необходимые документы, проводим конкурсные процедуры. Стоимость перевода грунтовой дороги в асфальт только Маршальская обходится 25 миллионов 800 тысяч рублей. Это деньги 100% из бюджета города. Для перевода грунтовых дорог в асфальт мы из бюджета города потратим 119 миллионов рублей в этом году. Вы понимаете, 119 миллионов рублей. Это не маленькие деньги. Но это только маленькая часть грунтовых дорог. Поэтому для себя мы поставили задачу каждый год выделять не менее 100 миллионов рублей на перевод грунтовых дорог в асфальт. И сегодня такая поставлена задача. Мы очень много проводим интерактивов. Я лично общаюсь с жителями и понимаю, какие дороги первоочередные, где максимально больше находится людей, которые этой дорогой пользуются. Эти дороги мы переводим в первую очередь. Я могу сказать, что все дороги, переводимые в этом году, это все дороги, которые проанализированы и пришли по интерактивному приему граждан. Почему очень важно чаще задать вопросы и участвовать в моих интерактивных приемах. Алексей Валентинович, ну не могу не затронуть больной для многих ростовчан вопрос. Это грунтовые дороги. Они в Ростове действительно существуют до сих пор. Вы говорили о том, что в течение 10 ближайших лет эту проблему удастся решить, и дороги грунтовые будут заасфальтированы. Как движется город в этом направлении? Могу сказать, что это еще в 2019 году, когда я был избран первый раз на срок 2 года, мы сказали, что мы этой проблеме будем уделять серьезное внимание. И уже в 2020 году мы тогда отремонтировали 6 автомобильных дорог. Мы грунтовые дороги перевели в асфальт. Их было 6. В 2021 году мы перевели из грунтовых дорог в асфальт уже 14 дорог. Если в 2020 году мы потратили 50 миллионов, то в этом году мы потратили уже 140. На следующий год мы планируем перевести из грунтовых дорог в асфальт уже 28. Это почти на 270 миллионов рублей. Я хочу подчеркнуть, что перевод грунтовых дорог в асфальт — это не национальный проект, и мы здесь не получаем поддержку федерации, не получаем поддержку от губернатора. Здесь исключительно деньги местные, деньги нашего бюджета, которые мы сегодня корректируем и стараемся в первую очередь, конечно, строить все-таки социальные объекты. Но тем не менее, когда я говорю 2020 год 6, 2021 год 14, а 2022 год должен быть 28. Это очень важно, мы часто встречаемся с жителями, понимаем, что десятки, сотни домов иногда действительно просто находятся в диком восторге, когда они получают полноценное, хорошее асфальтовое покрытие. А всю жизнь была грязь, были непроезжие какие-то части. Но еще раз говорю, что это полностью 100% нагрузка на бюджет, и, конечно, город сразу себе позволить это не может. Еще один вопрос прислала Евгения Золотая. Какие грунтовые дороги заасфальтируют в этом году и когда отремонтируют переулок Дубовский в Ворошиловском районе? Много лет ждем. Спасибо за вопрос. В городе непрерывно в приоритетном порядке ведется работа по благоустройству на территории города грунтовых дорог
с устройством на них асфальтобетонного покрытия. Темпы благоустройства грунтовых дорог имеют положительную динамику. По состоянию на начало 2020 года в городе имелось 802 грунтовых дороги протяженностью порядка 370 километров. За истекший с этого времени период выполнены работы по ремонту 37 дорог протяженностью 17 километров, в том числе в 2020 году 7 дорог, в 2021 году 14 дорог. Прошедший 2022 год не стал исключением. Выполнены работы по ремонту 16 дорог с устройством на них асфальтобетонного покрытия протяженностью 6,3 километра, включая порядка 13 тысяч метров тротуарных частей. В прошедшем году мы впервые подошли к решению вопроса благоустройства грунтовых дорог с учетом трехлетнего бюджетного планирования, когда работы фактически выполняются в 2022 году, а расчет за них осуществляется в рамках запланированных расходов бюджета 2023 года. Исходя из данной модели, в 2022 году выполнены работы по 8 объектам из 12 запланированных к выполнению в 2023 году. На сегодняшний день осталось выполнить ремонт 765 дорог протяженностью 352 километра. Данная работа, безусловно, является приоритетной и обязательно будет продолжена в будущих периодах. До 2024 года план работ предусматривает перевод 22 дорог протяженностью 7 километров дороги с асфальтобетонным покрытием.